Привет, с вами Арита Hollow Knight. В прошлой серии мы дошли до одного из двух боссов. Одного пытались убить, второго сейчас будем пытаться убивать. Я надеюсь, что с ним я справлюсь. Может быть, не с первого, там, не со второго, не с третьего раза, но найду способ. В общем, погнали. Навозный защитник. Лучше так делать каждый раз, когда он... А, он вообще вот так выпрыгивает. Он довольно веселый на самом деле, у него прикольные механики с этими его прыжками. В принципе, он дает довольно много времени для хила. Музычка прикольная. Я не мог ничего делать, пока он это делает. Блин. В принципе, быстрый набор фокуса помогает на боссах. Особенно таким, которые, как я, очень плохо с ними сражаются. Нет, не надо. Да, блин, теперь надо. Жирный он, конечно. Но его я точно могу убить. Ё-моё.
Даже с первого раза, даже без специальных амулетов. Герб защитника. Ну что ж, это хорошо. Это важно. Это очень важная вещь. Это даст нам возможность получить обилку. Ну да, он проще, чем флюкворм. Как он там называется, я не помню. Ой. Ну, от его атак довольно легко уворачиваться. В общем-то. Ой. Похиляться, то я же получаю. Оп-оп. Так, а амулет-то где? Что это разрушенный лифт? О! Я посмотрел, кстати, все деревья. И по факту мне не наберу 300, ну, из тех деревьев, которые сейчас мне доступны. Даже если захочу. Так что со всех деревьев там 300 всяко будет. А вот с тех, которые у меня есть сейчас. Так. Это очень весело. Это можно. Так. А если так? Зараза. Возможно, я сейчас все и не соберу даже. Во-первых, я не знаю, как мне наверх назад попасть. Что, конечно, очень грустно. Так. Я пока не буду это дерево собирать. А я пришел в другую локацию. Мне, по идее, здесь нечего делать сейчас. А, я еще не пришел в другую локацию. Окей. Это я, конечно, молодец. Иди сюда. Так. А не с него, что ли, падает? Нет, не с него падает. Оп, оп. Оп. Ну теперь подходите, блин. Честно говоря, не знаю, как мне назад вернуться в Railwaterways. Ну, в Канашку. Честно говоря, понятия не имею. Можно ли как-то? Что-то я сейчас не это хочу делать. Не хочу здесь сейчас находиться. Ну, типа, я знаю, как я могу назад вернуться. Просто перезайти в игру. Просто мне нужен амулет. Он явно не здесь. Там где-то остался. Да, я, наверное, сейчас сюда свалю, потому что, ну, мне реально сейчас здесь нечего делать. Ну, в смысле, мне есть что делать, но я не хочу прийти сюда сейчас. Я хочу в другую локацию сходить, так что сейчас пауза. Так, я вернулся.
А, господи. О, снова ты рад твоему возвращению. Нет, прошу, ничего не говоря, должен извиниться за свое поведение. Полностью моя вина. Я принял тебя за одну из тех неразумных мельтешащих оболочек, но был сражен грациозностью истинного рыцаря. Такой радостный и бодрый бой, а ведь почти забыл это чувство. Видишь ли, однажды я сам был рыцарем. По милости нашего славного короля, гордо стоял я у трона, наблюдая за тем, как растет и ширится Холлоунест. Потом начались все эти горести. Мы, рыцари, защищали королевство от осязаемого, но бесформенного врага. Как же такого побороть? Наш король пытался одолеть его своими методами, жестокими методами, и все же мы потерпели неудачу. Да что это я? Довольно сгущать краски. Встреча с тобой воодушевила меня. Как же прекрасно встретить воина, с которым можно в равной мере помериться силой. Иди же, могучий воин Холлоунесса, твоя честь выдержала испытание с доблестью. Да пребудет с тобой удача в пути. Да. Собственно... Собственно, нам надо вниз. Я ошибочно подумал, что вход здесь. Но он не здесь. Так, ну тут, в принципе, ничего сложного. Не должно быть. Нам надо... кстати, амулет я получил. То есть, вот он. Я просто его не заметил. Особый амулет, дарованный королем Холлоунета своему самому преданному рыцарю. Поношенный грязный, но все еще дорогой сердцу. Носитель будет встречать героический аромат. Это штука, которая дамажит все вокруг меня. И оно очень интересно комбится с другим амулетом, который как раз падает с той хрени, который я не мог убить. Это не очень надежная комбо, но она помогает. Сам по себе он, мне кажется, довольно бесполезен. В сочетании с другими амулетами он вполне себе норм. Так, здесь же нет. Это выглядит просто как будто ее можно разрушить, но нет. Так, здесь мы не были. Еще. Понял, там кислота внизу. Так, господи, сдохни. В общем, надо быть аккуратнее так. Оп. Оп. Это намек, что надо делать, и мы сейчас это сделаем. Да. То, что вы видели до этого, это вот оно. А, я не то нажал. Тут уже как бы нет времени объяснять. Ох, сколько их тут. Нашли еще яйцо тухлое. Не знаю на самом деле, насколько часто люди им пользуются, насколько они для них полезные. Как по мне, они не очень полезные. Происходит. Ой.
Ух ты ж, тут ты вылез-то, красавец-то такой. Так, куда это ведет? Дальность у него, конечно, мое почтение. Так, это вроде бы стена. Нет, не атакуется. Окей. Так, куда это ведет? А, выйти куда? Простите. Где это я? Это башня любви? Вечные медлите. Какой сюрприз, ко мне не часто заходит, давненько никого не было, быть может быть несколько столетий. Надеюсь, я еще не растеряла манеры. Видимо, даже снаружи чувствуется мое благоденствие. Да-да, я известна среди высшего света Хэллоунеста. Ну, была известна когда-то, пока эти кретины не отправили меня в изгнание. Тебе уже приходилось видеть моих бывших товарищей, не так ли? Это они снаружи, их пустые тела бесцельно ходят по улицам. А я все еще здесь, живая свидетельница их бесславной гибели. Ах, как же я счастлива, порой судьба подносит поистине прекрасные дары. Все же таки прекрасна жизнь. Я не помню, она какой-то... Ну, это мы выйдем сейчас в город слез. Нам туда пока не надо. Вернемся назад. Уже нет прохода. Нет. А, так. Здесь... Нет. Здесь ничего нет. Так. Что, конечно, у меня сейчас карты нет. Это не очень удобно. Но возвращаться сейчас не вариант. Люди, доказавшие свою доблесть в бою, войдут в эту рощу. Защитник. Да, мне на правильном пути. Собственно, мы оттуда слили кислоту, когда дернули рычаг. Ну, в смысле, не оттуда, а отсюда. Как я нет, не попался. Хитбоксы, конечно, иногда в этой игре творят чудеса. Как хорошие, так и плохие. Чего вперед сходить? И еще вперед. Туда я пока не могу пройти. А, гоу, наверное, сюда? Аккуратненько. Ай-яй-яй. Черт. Да, неприятно. Ну и хорошо, у меня теперь карта есть. А, ну, я почти дошел куда надо. Ну, сейчас придется туда вернуться. Как вернусь, так... так вернусь. Так. Я вернулся. Дошел до этого места. Раза. А, все. Сказалось проще. Так.
Страшно. Роща измы. Собственно, слеза измы. Отталкивает кислоту, теперь можно вплавать в кислотных водах, не получая урон. Это мне дает много преимуществ. Я все так же не могу атаковать, как если бы я был в воде. Кстати, хочу посмотреть, что здесь слева находится. Теперь, в принципе, кислоту можно не бояться, и мы сможем еще какое-то количество мест попасть. Благодаря этому. Это выход. Ладно. Так, все-таки быстрее перемещаться. Так, я хочу посмотреть, что там. Есть ли там что вообще? Да, что-то есть. Кусинечка. Или нет? Да. Окей. Крыться тоже не могу. Ну и мы, собственно, вернулись сюда. Окей. Так, что ну нафиг. Так, ну по факту. По факту мы прошли эту локацию за исключением одного босса, которого мы пройдем потом. Так что, в принципе, я не вижу сейчас смысла затягивать. Я перезайду в игру и окажусь на нормальной скамейке и уйду отсюда. В следующей серии мы отправимся в Deep Nest. Темная, страшная локация. Но она клевая в целом. Вот. Так что, если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Всем пока.